Девочки-морячки, мальчики-военные, воспитанники детского сада «Журавушка» душевно и трепетно поздравили своих пап с Днем защитника Отечества. В праздничном детском утреннике ребята показали свои творческие способности. Они пели и танцевали, участвовали в играх и конкурсах. Каждый на глазах у своего отца хотел быть лучшим. И мальчишки, и девчонки определенно справились с этим важнейшим заданием. Очень-очень нравится. Хороший праздник. Уже не первый раз здесь участвую. Весело, задорненько. Детям всегда нравится. Весело, здорово, патриотично. Впрочем, папы не только наблюдали, но и сами принимали активное участие в разных состязаниях. Азарт и кураж еще тот. Победила дружба, так же, как и в конкурсе от специальных гостей праздника сотрудников ГИБДД. Дети вместе с папами своими руками создавали праздничные открытки к 23 февраля. Теперь папы подходят и одну часть приклеивают на нашу открытку. Клей любой, какой вам понравится. Завершился праздник трогательными поздравлениями от ребят. Я поздравляю папу с 23 февраля. Папа мой был в войне, и я поздравляю в таком прекрасном дне, чтобы он не болел, были ялкие дни, чтобы все было хорошо. Очень люблю своего папу, потому что он разрешает мне смотреть ролики, и мы с ним играем в шахматы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.